Мы могли бы перемахнуть через этот подъемник. Кран. Кран. Спасибо. Нет, не так. Вот теперь он где надо. От этих бочек пахнет топливом. Я думаю, искра от твоих клинков разгорится на ура. По-моему, тут можно пробить землю, если ты залезешь куда-нибудь повыше. Странно, что гномы сами не остановили машину. Кое-кто пробовал. Эйнхерии их публично покарали. Убивали гномов? Ты не мог переубедить их? Мог.
Впечатляет. Должно помочь. Thank you.
Нет, так не достанем. Да, вроде так. Не так уж трудно. Ломится от ценных материалов. Хватай все, что из нее выпадет. Ялфа!
Если гномы согласились служить Асгарду, почему они винят тебя? Я заставил их обречь себя на кабалу. Они сами выбрали. Трудись или умри – это не выбор. Выбор был лишь на словах. Брат, пока мы не ушли, надо бы осмотреть машину. Может, она выплюнула что-нибудь? Это чистопробная свартальфхеймская руда. В машине от нее толку больше нет. Но, может, наши братья Хульдры смогут из нее что-то сделать? Как появились эти машины? Я построил их, чтобы добывать руду для оружия. Ресурсы, которые в ином случае достались бы гномам. Если остановим их, гномы смогут обрести независимость? Не знаю. Но нужно сделать хоть что-то. Знаете что? У меня лицо чешется. Похоже, борода растет. Да? Да. Вот, на подбородке. Точно растет. Да? А это не грязь? Это не грязь.
Отец, какой твой враг был самым крупным? Я не знаю. Ты не помнишь? Почему спрашиваешь? Просто посостязаться. Это не состязание. Ну, пока нет. От этих буровых машин столько дыма. О, это Свартальфхеймская руда? Давайте. Спасибо за эту находку. Чем могу помочь? Разожгу печь. Ничего не приглянулось?
как вообще гномы согласились прислуживать асам? А ты угадай, м? Ты им солгал. Я им солгал. Сверху!
Сзади! Еще кошмар! Слева!
ты как? Для кузнецов Свартальфхейма создание оружия было священным обрядом. Но Один просто хотел получить как можно больше клинков в кратчайшие сроки. И с каждым наспех сделанным мечом гномы теряли частичку себя. Вот бы другую обувь. Что случилось? Промокла. Высохнет. Вот я так и знал, что ты это скажешь. Так зачем спросил? Я и сам не знаю. Высохнут. Да, куда они денутся? Благодаря тебе гномы выжили. В этом ты прав, брат. Один вырезал бы всех жителей Свартальфхейма. Мастера должны были служить ему или умереть. Остался один враг.
Статуя дракона неплоха. Это я слышал не раз и не два. Thank you.
Отец, когда я буду как ты? В смысле? Ну, больше. Когда у меня будут такие же мускулы? Когда ими займешься. Но Бальдер был очень сильный, а мускулов у него не было. Моя сила не проистекает от тела, но и она требует дисциплины. В каком смысле? Дело в том, парень, что сила Бога, она всегда с тобой. А вот если ты хочешь иметь тело Бога, то придется поднимать тяжести и класть их обратно.